выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. Место для проведения подобного мероприятия было выбрано не случайно. Красивый вид из окна самого высокого на северо-западе республики заведения вдохновлял как участников, так и членов жюри. Мероприятие под названием «Стань лицом МФК Урал» собрало десятки амбициозных и уверенных в себе молодых людей. Мы видим то, что у нас очень активные жители нашего города, которым очень интересна жизнь нашего города. И, конечно же, очень приятно, что вся активная жизнь сосредоточена в многофункциональном центре «Урал». Заявки на участие прислало около сотни человек. Им предстояло за короткое время рассказать о себе и убедить жюри в том, что именно они достойны главного приза. Основная цель проведения кастинга – это собрать всех активных, красивых людей в одном месте и показать, что мы задаем высокие стандарты. МФК «Урал», как вы можете заметить, это самая высокая точка в городе. И на данный момент, то есть, мы задаем высокий стандарт, и чтобы люди это видели и люди это понимали. Для некоторых участников кастинг моделей стал первым, однако большинство уже имеет опыт работы с профессиональными фотографами или даже является лицом какой-либо компании. Я занимаюсь вокалом с самого детства, занимаюсь моделингом уже полгода-год примерно. Мне интересно это дело, я люблю быть в центре внимания, и я понимаю, что это мое. По словам судьи, красота, конечно же, очень важна для модели, но и наличие талантов, хобби, умение себя выгодно преподнести приветствуются. Каверзные вопросы от жюри помогли зрителям взглянуть на молодых людей немного с другой стороны. На кастинге мне задали вопрос, смогла ли бы я подстричься на лосо для фотосъемки. Модельный бизнес для меня очень важен, и в дальнейшем я хочу участвовать на более высоких уровнях. И если мне там зададут такой вопрос, то я тоже буду согласна. В последующем фотографии победителей будут висеть на баннерах, рассказывающих жителям всей республики о новом крупном современном многофункциональном комплексе «Урал».